А, я понял. Тут надо было сверху смотреть, как лучше забираться, а я как-то по-своему забирался. Ну, окей. Ладно, бежим через всех зомби. Чем, кстати, больше мы будем именно прыгать, да, то есть бегать и так далее, тем лучше будет развиваться наши прыжки, беготня и так далее. Кстати, тебе уровень дали? Нет, мне уровень не дали. А почему? Вроде бы. Почему мне дали, а тебе нет? Видимо, я что-то не доделал. А может, ну... и дали, но я не заметил просто. Вот, я, в общем, занимаюсь паркуром вовсю тут. Мне вот дали очко выживаемости. Так, а может, у меня тоже есть оно? Посмотри-ка. А где оно идет, собственно? Ну, то есть... ну через I, английскую. Тоже через I. Задание карты навыки. У вас есть неиспользование. Ага, вижу очко, уровень выживания. Я, кстати, это даже не смотрел. Так, посмотреть древо, уровень выживания дает вам доступ к дополнительным способностям. Ну, в общем, понятно, да. А, удерживайте, чтобы пропустить. И, собственно, нам доступна только одна способность, что, получается, как создавать основные предметы, только, да? Ну да, у нас выбора, собственно, и нету. Ну да. Тут как бы не предоставляется. Так, кстати, заранее хочу сообщить, что игра иногда ведет себя странно и переключается между раскладками. Это очень плохо влияет на... то, что человек не может двигаться в этот момент. Ну, ты понял, о чем я. Да, да, я уже столкнулся с этой проблемой. Так, в общем, я кое-как убил зомби, это было очень сложно, на самом деле. Причем сложно, знаешь, не из-за того, что это было сложно, а скорее из-за того, что... просто как-то странно. Он не хотел умирать, и наш персонаж очень быстро, на самом деле, выдыхается. Вот, я куда-то очень далеко убежал. Не посмотрел на карту. Я сейчас буду первую машину активировать. Ты, я так понимаю, уже это сделал, да? Нет, вот я только-только с базы выхожу. Ты чего? Я со Спайком поговорил, да. Я промолчу, сколько я тут уже всего переделал. Так. Я там пока с настройками ковырялся, чтобы меня FPS более-менее не проседал. Вот, мне сообщают о том, что нужна помощь. И, к сожалению, чувак попал в неприятности. Мы должны его спасти. Вот. Мы говорим, что мы в деле, и сейчас будем, собственно, спасать этого чувака. Еще раз повторюсь, чем больше мы будем прыгать, бегать по крышам, как-то там, не знаю, перепрыгивать с одного здания на другое, тем больше мы будем получать очков, которые будут давать нам повышение уровня. Я сейчас... прыгаю, например, со здания на здание, получаю там по 8 очков, по 11, по 10. По 15, например, вот сейчас вот поднялся, да, то есть пока тебя жду. Так, а странно, я вроде только что машину, и я сейчас тоже бегу спасать. Ага, ты бежишь, да? Все, тогда я тоже бегу спасать, я быстренько до этого сейчас добегу. А, что мне нравится, то что наш персонаж почти что не задыхается, то есть, ну, он может бежать еще очень долго без каких бы то ни было проблем. Мне это очень нравится. Так, я запрыгнул в какую-то квартиру и нашел здесь химикаты и энергетический батончик. Сожрал батончик. Нашел какие-то металлические вещи. Сколько время? Время 19:13 сейчас. Ну и вечером. Ой, как-то я плохо вышел прям на зомби, знаешь. Не очень удачно получилось. Так, здесь вроде... а нет, здесь что-то есть. Силовой кабель. Старайся дома обыскивать, это очень важно. То есть, ну, не просто бездумно бегать, а именно обыскивать. Хотя мы можем, в принципе, начать этим заниматься уже, когда... когда уже будем вместе. Да, вдвоем бегать. О, потому да, что... я только что башку гаечным ключом зомбаку снес. Как это было красиво. А вот, я, в общем, дошел до того места, где его спасать. Вывел одного зомбака нафиг. И сейчас буду выводить второго. Пошел вон отсюда. Не. Размажил им голову, не забывая обыскивать трупы. В них бывает много чего интересного. Ага. Стучимся в дверь. И что же нас ждет? Понятно, наш друг уже не друг. Да ладно. Окей, это done. Я его быстро очень сообразил, что он не друг.
Так, я только что что-то выкинул. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Ага. Понятно. Вот, там, кстати, чертеж шокера лежит. И там помойка, и в помойке тоже много чего вкусного. Да, там... Я видел, что там какая-то дубина или что-то в этом духе. А, oh, shit. Так. How's it coming? Got the lights on? Так, нам позвонили. Так, стоп, хранилище. В хранилище можем... Ножка стола, ржавый трубный ключ, труба, взрывпакеты. Almost. Just give me a second. Так, мы, кстати, наврали, что мы включили свет, мы типа... Ну да, да, мы почти включили, подожди немножечко, типа, знаешь. Мы врём нашим друзьям. Как здесь много зомби-то, а? Будь аккуратен, когда ты начинаешь задыхаться, прям такая печаль становится, что просто ужас. Так, я не знаю, но такой вопрос. Ты умеешь вскрывать замки? Нет, но я смотрел, короче, видео, и в этом видео надо как-то... Их надо одновременно вроде как-то двигать, чтобы скрепка не сломалась. Принцип примерно такой же, как в Ассасине, если играл. Ну, да, само собой. Ну вот, помнишь, что там надо было поворачивать и чуть-чуть, ну, как тебе сказать, напрягать, скажем так, да? То есть здесь то же самое надо делать. Так, ну я думаю, со временем это как-то придет. Да. О, мне дали повышение уровня ловкости. Напрыгал. Да. Напрыгал на ловкость. На повышение. Кролик такой. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. Так что как-то вот так вот у нас все это. Thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Я прям в наглую, знаешь, зомби выкидываю просто с крыши. Ну, не с ноги, с ключа, я как Гордон Фриман, знаешь. Так, нам говорят открывать два авто. Ага, ловушки. И они прям рядом. Так, я пока на крышу лезу. Ой, на крыше, кстати, ящик, слушай. Я упал. Я упал в самое, короче. Вроде нормально прыгнул, а он не схватился и, короче, был фейл. А ты всегда зажимай просто и все, и не парься. Слушай, я уже третий ящик красный открываю, и в нем прям вот реально полезные вещи лежат. Красные? Где ты находишь? Наверху. О, радио, давайте послушаем радио. Знаешь, полчаса так сидеть, слушать радио. Все видео. Мультики смотреть и слушать радио. Что еще нужно от этой игры? Я вижу маленькую проблему. Тут две машины, но вокруг них куча зомби. У тебя есть эти вспышки. Я в курсе. Их надо использовать. Я уже догадался. Так. Надеюсь, знаешь, я просто вот кинул вспышку, стал мимо зомби. Ты надеешься на то, что... Да-да-да. Они пройдут мимо тебя. Блин, я кинул одну, короче, в одну сторону, другую в другую сторону. Ну, одна толпа в одну сторону пойдет, а другая в другую. В итоге они сначала в одну сходили, а потом в другую вернулись. А я уже нормально активировал быстро обе машины и убрался наверх. Вот такой вот дезертир. Я оправдываю свой никнейм. Спайк, эти фрикс everywhere. Если мне нужно использовать трап, как я активирую его? Вот, нам, мы в общем спросили, типа, ну блин, как нам выбираться, если тут такая жопа? Он говорит, ну, чувак, делай что хочешь, это не мои проблемы.
Нормально, да? Нормально. Так. Блин. Что-то я не могу, кстати, наверх как-то забраться. А, вот все, могу. Так зачем я сюда забирался? Это, знаешь, вот сначала пытаешься забраться, потом пытаешься понять, зачем ты вообще туда забираешься. О, мои ноги. Забирался. Я понял, зачем, потому что там какая-то дверь, она меня прям привлекает, потому что... Манит. Манит, да. Так, ну нам активировать чтобы. А нам далеко. Нам далеко очень. Ага. Так, я нашел марлю, я могу себе сделать еще аптечку. Теперь нет. Нашел батончик. Халву. Халву. Да. Круто. Мне оставили 44 хп. Сказали, живи с этим как хочешь. А хп довольно быстро, кстати, восстанавливается. Они сами саморегенерируются? Да. О, вот это хорошо. Но при этом, то есть, тебя никто не должен трогать. Угу, ну это понятно. Это как бы единственное правило. Ладно. Так, нам надо подняться, ну? Я получил новое очко. Такие. Сейчас буду пробовать, где у нас там, через Ай, даже, правильно? Навыки. У вас есть улучшение для оружия. Выберите оружие, чтобы улучшить его. Прям улучшение есть, да? Давайте нажмем F6, посмотрим, что произойдет. Свободный разъем. Титан. Титан повышает прочность изделия. Урон 30. А у этого какой урон? А, то есть одинаковый, да? Разводной ключ и трубный ключ. Ну да, в принципе, какая разница. Даже звучит одинаково, что я там. А у газовой трубы 39. 39. Слушай, я думаю, ее лучше улучшить, правильно же? Само собой. Ты там шокер делаешь, что ли, или что? Нет, я ставлю свободный разъем. А, все понял. Титан. А, подтвердить улучшение на F. Я думаю, что у меня ничего не улучшается. У меня так раз, по экрану сейчас такая непонятная хрень пробежала. О! Твою мать, я провалился сквозь крышу. Такая же фигня, я бил зомби, и мы вместе с ним упали. Нежданчик. Он еще не умирает, у меня предмет поврежден. Колесиком мыши. Да, я уже помню. Он, короче, также вот... ты можешь на Е нажимать. У меня поменено. Ну, ты пинок ноги что, не можешь дать с ноги зомби? Могу. У меня поменено чуть-чуть. А, понял. Я как-то привык к мышке. Дополнительная кнопка мыши и там пинок. Так. Не с ноги. Не. Не. Повышение уровня ловкости. Штяк. Уклонение. Ты знаешь, как-то много зомби на улице, скажу я тебе, дружи. Ну, это еще мало. Там... Я знаю, да, но что-то... это много. Знаешь, когда тебя окружают уже больше трех зомби, это уже много. Ну, правда, они тупые и медлительные, меня даже тронуть не успели, но... Так, в общем, ты я... ночью подожди, там это самое. Ночью весело будет, говорят. Там самый экшен начинается. Так, надо подниматься, подниматься. Ай, черт, я отмычку сломал. Черт, я сломал отмычку. Ладно, зомби, где вы? Зомби, лови. Черт, я промахнулся. Так, а где у нас получается эта хрень? Ага, вот она. Я надеюсь, ты моих соседей не слышишь? Твоих соседей? Да. Нет. Хорошо. Так, в общем, я еду к следующим двум ловушкам. Ага. Тут вагоны. Тут трем, короче... точнее. И тут их что-то слишком много, у этих вагонов.
Я еще никаких вагонов не нашел. Я пока еще активировал только так. Две штуки. Ну, если считать первую, то три получается, наверное. Да, вот я дошел как раз два. Ой, как он, бедняга, прям мордой уцепился-то. Зубами. О, со всей дури. Так, ну, о, не, я примерно, конечно, понимаю, как туда забраться. Видимо, так и придется. Ну так вот, есть здесь интересный режим игры за зомби. И он реально интересен тем, что он прям веселый такой, что просто до ужаса. Играете вы за зомби-подобное существо, которое напоминает лично мне, знаете, Мизикана из Left 4 Dead. Блин, я упал так прям больно, а тут дырка оказалась, знаешь. Дырка в крыше. А, все понял. Ты добрался до этого места, да? Да-да, я как раз рядом с ним. Я как раз вот вовремя тебе, можно сказать, сказал. А я, короче, мимо столба промазал, у меня осталось 8 хп и вообще вот все. И печаль, беда. Ну, у меня 7,7 сейчас хп на данный момент. Так, нажмите N, чтобы использовать аптечку. Вот, периодически, кстати, не забывай, что надо удерживать пробел все-таки. Да, но в данном случае мне бы это не помогло, так как я вообще мимо столба прыгнул. Так, я прыгнул как раз вот прям четко на стол. Ладно, последний осталось, видимо. Что-то у меня не получается. Что-то я не могу. Зомби-зомби, вы хотите познакомиться с баллоном? Смотрите, баллон! На! А он не взрывается. Как он отлетел-то, а? Не, понимаешь, да, он не взрывается, но как зомби от него отлетают. А, это да. Кинуть кому-нибудь в лицо, ну как же без этого? Да я тут троих зомби прям завалил, четвертого так еще... А ты даже прямо на столб прыгал, или ты прыгал на этот выступ на столбе? На выступ, конечно же. Я что-то до него допрыгнуть не могу. Может, а по прямой с разгона? Мою, поздно. По прямой с разгона и все. Твою ж мать. Я там... уже четвертый раз промахиваюсь. Ну, не промахиваюсь, не долетаю. Там легко. Серьезно, легко. Руки надо пойти это. Выпрямить, ага. Так, ну я как бы все починил. У нас проблема. У тебя проблема, у меня еще нет проблем. Нет, свои проблемы. Короче, весь электрорайон вырубило. Ну, в смысле, весь район. Я криво... Мне твои проблемы. У меня тут хуже, да, я не могу. Я даже не знаю, тут, наверное, придется вырезать. Это фейл. Ладно, я тут скоро уже третий уровень получу. И, кстати, продолжает темнеть, блин. Ни хрена не круто, я продолжаю убивать. Истреблять зомби. Как только могу. На, с ноги. На, по морде, тварь, на, умри. Ирина, помоги мне пройти, я не могу допрыгнуть. Пожалуйста. Ты же знаешь, как к тебе приехать, да? Нет, она стоит рядом и смотрит на меня. Не, в том смысле, знаешь, так, типа, Дес, помоги. Ага, ща. А, да. Так. Твою ж мать! Жесть! Чего у тебя там случилось? Ну, у меня тут маленькие проблемы. Маленькие или большие? Маленькие. Ну, по твоим крикам они большие. Ну, я не хочу тебя спойлерить. А, ну окей. А я, кажется, знаю, как можно сделать. Чувак, давай, смотри на меня, смотри, да? Стучи по мне. Так, у меня начинают сдавать нервы уже.
Я до сих пор не могу допрыгнуть. Воу! Так, хорошо, я не ожидал, что он так может делать. Да, я почему-то так и думал, что если по этой хрени он долбанет, скорее всего. Блин, слушай, лучше не умирать, оказывается. Теряются очки. Очки чего? Выживание. Нифига себе. Вот знаешь, что меня бесит? Вот я вот не могу допрыгнуть, да, например. И вот тут смотрю, внизу лежат мешки с мусором. Ну, видимо, для того, чтобы потом спокойно спрыгнуть. Ну да. Знаешь, что сейчас меня бесит? Что? Я умер и начал с того места, где мы починили электричество в первый раз. Да не. Да-да, так что там... не умирай, чувак, серьезно. Ну, вот там. Смотри, у меня 25 хп, я тут какой раз уже падаю, короче. У меня 1 хп остается. Нет, я тебя просто предупредил, знаешь. А тут нету кнопочки, типа там F5 сохранить? Нет. Я только что спрыгнул на зомби и убил его этим. О, круто. Там есть такой эпичный удар. Нет, просто спрыгнул. А, просто раздавил его. Просто упал, да. Так. А мы до сих пор ракуем. Ты меня сейчас по второму кругу уже догонишь. Да, не, а я как бы уже это не буду ничего выполнять, мне тупо добежать до туда надо. Ну, так я понял, но ты сейчас... Ну, я и это сделаю, да. По этой локации. Зато у меня опыт в ловкости прибавляется за то, что я тут ползаю, уже 10-й раз, наверное, поднимаюсь. Ой, ты не поверишь, у меня тоже опыт в ловкости прибавляется. Как мне... Почему я не могу допрыгнуть? Что я делаю не так? Ура! Ура! Так, теперь главное не упади, чувак. Так, а если, кстати, сделать вот так, он будет на это отвлекаться? А, слушай! Да ладно! Серьезно? Я, кажется, понял, как его отвлекать. А я, наконец, допрыгнул. Поздравь меня. Поздравляю, друже. Быстро сейчас надо догнать тебя. Ой, простите, мои друзья, я, к сожалению, не запечатлел, как он умер. Зато у меня есть тяжелая арматурина, которую я сейчас как применю. На! Так, тяжелая арматурина. Давайте попробуем заменить ее и посмотреть, что же она из себя представляет. Насколько она... Прям она, слушай, тяжелая такая. Мне, кстати, интересно, насколько у тебя будет проседать здесь FPS. Здесь это где? Здесь это внутри. Твою! А, ты встретился с дядькой, да? Эй! У него такая здоровенная штука. У него такой большой молот. Молот. Вот, ладно, я включаю электричество. Так. И? Тут есть газовый баллон. Я знаю, что ты делал. Ну, давай, ударь. Да. А, я тебе не советую находиться рядом с газовым баллоном. Ну я представляю, что произойдет. Но как-то ведь... Ты же как-то это сделал, да? Эй, он... Блин. Да, он еще может крутиться. Тебе подсказать, что надо сделать? Я понял. Кинь туда эту штуку, он на нее бросит. Знаешь, что только что произошло? Я кинул, он мимо нее прошел, я начал разворачиваться, и он мне вдогонку ударил, и, короче, там все взорвалось. Такой... Так, я вот честно не могу понять, найдите распределительный щит, мне пишут, но где он? И потому что это... А, вот он. Да, ты был прав, бежать тут, конечно, до хренища. В общем, сейчас 20:25 по времени лично у меня. Ну там время, видимо, по факту прохождения добавляют. Я не знаю, сколько я там прыгал, считаю, мне до сих пор времени-то особо не прибавилось. У меня светло еще. Вот. Здесь лежит чертеж электротруба. И, соответственно, у меня здесь есть
как он называется, сундучок, один из этих, красненький. Отмычку я не сломал, отлично. Внутри лежит, ага, внутри лежит, то есть хорошая штука, но у меня заполнен инвентарь. Благо я могу бросить к чертям ненужные вещи. Вообще, не забудь у него дубинку, кстати, забрать. У этого чувачка? Да. Проспойлерю так тебе немножко. Так, мне его сначала еще аккуратно убить, так, чтобы самому не умереть. Я бегу. Да, и на Q еще периодически нажимает, очень сильно помогает. Кстати, у меня прям реально уже такой... Ох, как минуснул. Блин, мне бы что-нибудь... Типа фонарика бы, что ли, не знаю. А есть же фонарик. Буква Т. Е русская. Да? Да? Твою налево. Да, с фонариком определенно лучше. Там, когда в настройках шарил, нашел. Окей, я говорю, с фонариком, да, определенно лучше. Какие-то, знаешь, однопиксельные цепи. Это как? Ну вот, когда будешь подходить к машине, где здоровяк, да, вот, ну, чтобы забраться туда, да, посмотри на цепи, которыми закрыты ворота. А, окей. Причем поближе посмотри, они такие однопиксельные в прямом смысле. Так, чё мне, почему он? О, слушай, вот эта штука полностью выносит выносливость, но зато я выношу с одного раза. И она, кстати, слушай, она физически ломается, то есть гнется арматура. Он не попал по газовому баллону, блин, он ударил рядом с ним. Вау, минус 2, так шикарно просто. Ой. О, круто, слушай, этой штукой можно бить даже без силы, и все равно она выносит с первого удара. Ладно, так, ты где там? Все еще... Так я вот, да, хочу, чтобы он все-таки ударил по этому газовому скидыщ. Блин, он промазал. Я тут денежки собираю тем временем. Он бьет, он кривой, он бьет мимо баллона. Так неинтересно. А ты прям вот под баллон брось вот эту хрень. Прям вот вплотную, прям вот, ну не знаю, как тебе объяснить. Я тогда взорвусь. Нет, она не взорвется, она не взрывается от этого. Нет, если я прямо под него... Пошли нафиг, чё ты, Хорош, тихо. Слушай, будь аккуратнее, чувак. Тут такие нежданчики могут быть. Зомби ночью что-то прям совсем агрессивней. Ну я думал, что они будут агрессивны, они прям даже как-то неожиданно было. Ну нажми ты уже. Бабах! Ну неужели? Взорвалось, да? Да. Отлично. Какая-то странная люминесцентная хрень. Тяжелая арматурина. Мне, видимо, придется пережидать где-то там все это как раз. Ладно, я в безопасной зоне. Прежде чем стемнеет, вернись в безопасную зону. Shit. Ой-ой. Че это было? Что-то я заметил, что на катсценах проседает сильный FPS. Где проседает? Катсцен. I just saw this freaking weird zombie covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Вибрировать. Это может сломаться. Так. Ну я думаю, я положу какие-нибудь вещи внутрь. Ой, сломалось. Газовая труба, ну эта фигня мне нафиг не нужна. Детали для сборки, другое. Одежда у нас тоже нету.
Чертежи, шокер, электротруба. Ой, я могу сюрикена даже делать, слушай. И коктейль Молотова. Круто. Вот, коктейль — это вообще тема. Да, ловкость позволяет им что-то там, уклонение. Уклонение, оно так, отпрыгивание в стороны или назад. Окей. Так, навыки. Нас тут уже ждут на выходе. Научитесь атаковать с высокой точностью. Попадание тупым оружием в голову врага может его оглушить. Я пока потихоньку прокачиваюсь, то есть у меня же есть. Угу. Так, ну чё, я спать? Давай, а я бегу домой. Спайк, what's going on? Интересно, тут у фонарика садится батарейка или нет? Окей, give me a sec. У меня умигать начал. А. Вы завершили пролог, и теперь доступен совместный режим. Да, я был прав. Нажмите Escape, чтобы зайти во внутриигровое меню, где можно найти других игроков, сыграть вместе с ними. Попробуйте сражаться с зомби вместе с друзьями. Это совершенно новое ощущение, доступные дружеские состязания и командные испытания. В общем, да. Крутяк. Все, я тебя жду, друже.